КФУ и предприятие Казани восстанавливают разрушенные связи. Как это сделать, обсуждали сегодня на встрече руководства вуза с производственниками. Всего заявить о своих нуждах пришли из 10 заводов, в том числе КВЗ, радиоприборы и Ликон. Пока молодые специалисты не спешат на производство, находя себе более высокооплачиваемую работу. Предприятия, в свою очередь, решают свои вопросы с разработками и исследований без помощи федерального университета, который обладает необходимыми для сотрудничества потенциалом. Получается так, что мы выпускаем специалистов, не знаю для кого, которые хорошие, да, и мы вроде занимаемся какой-то наукой, опять-таки, не знаем для кого. Поэтому нужно, конечно, работать более сосредоточенно, потому что ресурсов не так много. Ресурс, я прежде всего считаю, что это людские ресурсы.